Одна минута. Ты дурак, зачем ты взорвал? И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фонтан, King on Fire, Жакет, Макс Киллер, Кефирчик, Серега и Квест. И хорошее настроение. Пацаны, скажите классные слова. Дивидадли-дудли. Ставьте лайки. Всем привет. Сегодня у нас режим «Чужой среди нас». Или «Чужой охотится на нас». Если не пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Так, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. И вы видите, что сегодня и всегда заходят новенькие люди и записывают с нами ролик. Если вы хотите с нами записывать, ссылочка в описании на Дискорд. Заходите, присоединяйтесь. И будем записывать с нами веселые ролики и угорать. Такие правила. Я вселяюсь. Если я 10 секунд смогу пробыть в кишках у кого-то, я превращаюсь в большого и начинаю все жрать. А цель пацанов — не дать мне это сделать. И вот так это происходит. Все. Это была проверка. Все получилось. Ребята, все заметили. Молодцы. Так, моя цель сегодня очень тихонько все это запилить. У раньше этого не было. Это стол с этого вылез, что ли? Так можно? Давайте посмотрим. Да, это стол вылез. Это очень странно. Серега, я сейчас тебя убью. Давай. Испоганься. Так, давайте будем открывать двери и смотреть. Потому что ты, Серега, не в классе сидишь никаком? Не-не-не. Так, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Серега, ну что ж ты такой псих? Я убил себя. Так. Ну что, ребят, начинается веселье. Мы разогреваемся, а теперь мы ускоряемся и начинаем вселяться всем в кишки вовнутрь. Отсчет идет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да как это на нуле? Да что вы? Да, да ну блин, ну Серега, ты прям человек-дробаш, смотрите. Всех сегодня мочит. Не-не-не-не-не, мы сегодня сделаем по красоте. Ребят, спину. Убейте меня. Не, можно самоубийство делать, в этой серии можно все делать. Потому что мы веселимся. Главное правило на роликах у Димаса — никаких про... Да ладно, ладно, молодец, никаких правил, хорошо. Мне нравится, как у меня это чвяканье. Вроде маленький чужой, а кишки вылазят, как из большого. Так, отсчитываем время. Так, все, короче, все, я когда вселяюсь, я отсчитывать время не буду. Слышь, ты, падла. Ты, дробошной человек. Перезарядка, нет. Эй, отвали, ты человек злой очень. Ты че, бессмертный? Какой бессмертный, у меня 4 хп. Да ну блин! Ну. Все, убили, молодцы. Молодцы, убили. Да Серега, ну как ты видишь? Да, да ну как? Ну это же честно, это не честно. Все честно, Димас. Хорошо, ребята, вы думаете, что сегодня вы будете радоваться сильно? Не. Я вам эту радость сейчас перебью. Как там говорил человек один? Fucking shit. Ого! Вот это дробаш, больно. Слышь, ты! Челепиздрик с большой дороги. Настроение офигенное. Будем веселиться. Надеюсь, вы, ребята, сейчас кушаете что-то очень вкусное. Смотрите ролики и немножечко ржете, как я. Ля-ля-ля-ля-ля. Ах ты, блин, да слышь ты! Ребята, что-то вы сильно хорошо играете. Надо что? На тебе. Да как ты знаешь, что я в нем? Ну там же не написано. Блин, короче, ну, мой труп палит. Да не написано, нет, Серега, хватит ржать. Давай веселиться и орать. Так, хорошо. О, хорошая нычка. Димас, что написано, понимаешь? Там офигеть, мне это нравится. Меня вселились, убивайте меня. Да никто не вселился в тебя, тебе показалось. Взорвись, говорят, он говорит, снайперкой в ноги, по ноге стреляй, в снайперке по одному хп трать. А кто? Да все, убили. А, убили? Да не, пошутил, не убили. Убейте кефир. Так, я их охочусь за кого-то из вами. Кого же вселиться? Можешь с РПГ бегать? Как их ее убивать? Кого же вселиться?
три, два... Да блин! Ну как? Ну, ребята, ну как вот с ними так играть? Они... Черепиздрики! Ого! В кого вселился? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Кишки вкусные такие. Вкуснячие кишки, мне нравятся. 4, 3, 2, 1, 0. Пуск. Отлично. Отлично, ребята, я стал большим. Так, давайте пропишу килл. Да, можно все использовать. Давай. Ну что, я взял большого. Эй, слышь ты, засунь себе в опу этот дробовик. Так, я должен убить одного человека, очень знаменитого на весь район. Нет. Это Сережа. О, я могу так стоять и зрать через стенки. Слышь ты! Отлично, отлично, кушаем всех. Так, Серега, заходи, не бойся, Сережечка. Ну, пожалуйста, зайди. Он в вентиляцию залез. Ты думаешь? Отлично! Серегу убил! Офигеть! Сразу видно, ребята, поставили лайкосик. И кто подписался. Это сразу видно, потому что у меня сразу получилось наказывать пацанов. Так, теперь я должен, короче, очень внимательно. Если вы меня убьете, мне придется заново все делать и возрождаться из одного из вас. Поэтому мне надо быть очень внимательным. А ты не бойся, я выйду. Осторожнее. Ого, ты что, дурак, что ли? Осторожно. Новая школа. Я случайно. Молодец. А я буду пока кушать пацанов. До двери подходят, а я их убиваю. Вы даже не сможете их открыть, потому что я не... Эй, отвали! Куда-то уполз наверх. Так, надо Серегу... Маф, он там. Надо Серегу выхватить. Где же Сережечка у нас? Вижу Серегу. Серега, да. Так, ну Серега, ну пожалуйста, дай я тебя убью. О, я знаю, как Серегу убить, я знаю. Надо заспамниться в классе. Осторожно, Роша, только же это может убить. Не стреляйте его по ней, да не попал в руку, не стреляйте, он выучит. Ой, я же могу звуки издавать, я вспомнил. Так, прекратись стрельбу. Серега, капитан отряда. О, надо будет снять, Серега, когда ты будешь капитаном и руководить всем отрядом, будете вместе держаться. И кто умирает, больше не будет участвовать в битве, такую чисто схватку один на один сделать. Слышишь, Сережечка, я иду. Шар! О, забери. Ой. Нет? Там, что ли? Дима, без понятия, где он. Знаешь, что его? Ой. Отлично, King Gunfire. Так давно тебя хотел съесть. Аниматроники вкусные, одни это железки-то болты. Не попробуй его за гранаты кидать, чтобы быстрее убить Димаша с помощью гранат. Так. Как же Серегу выследить? Не могу Сережку выследить. Меня убил какой-то яд. Не подходи к дверям. У меня! Ого, ты жизни отнял. Ты что ты с такой стреляешь жестким-то? Ну блин, ты хиль, давай, Димас, давай ты не будешь залазить с вами, теляться там. Так вы меня убьете, у меня уже 200 жизней осталось. Ты хилишься. Ты с одного выстрела у меня убил, этот, снял, считай, 700 с чем-то, это, там, хпшки. О, давайте вот так стоять на дурака, а вдруг кто-то будет мимо пробегать, а я его съем. Вижу, какой-то скин был. Так. Ну-ка, почему я не могу никого съесть? Ай! Извиняюсь, обстоятельства. Фонтан, отойди. Сережка! Подходите! Ого, вот это вы психи! Друг друга мочим. Слышь, там простреливает двери. Ух, я вовремя слинял. Так, я Серегу убил один раз, и это очень печально. А ты чего, думал, больше убью? Кингфайр, отходи. Он, походу, в класс зашел какой-то. Я вижу, дверь закрывается за собой. Серега, слышишь? Да. Это звук твоей смерти идет. Пошел в жопу. О, надо вот так стоять, и я буду их жрать.
Сейчас кто-то... Ооо! Тут видно кусок карты через текстурки, мне это нравится. Отлично! Зачем ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо валить! У меня 70 жизней осталось, Серега, отвали! Дайте жить! Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Серега. Ну, ничего. А, блин, быстрее. Убили? Ну, блин, ну, Серега. Ну, ты же должен был смотреть, чтобы меня не убили. Так, ребят, все, осторожно. Ой, он сидит с полом. Извини, Фантон, обстоятельства. Слышь ты, Джеки Чан местного разлива. Меня? Ё-моё, я вообще не знал. Да? А я ж на крысу это делаю. Я вообще чуть не услышал звук какой-то. Так, бежим со всей силы. Отлично, отлично. В том же я сижу, угадывайте. Кормите, я не буду. Ай-я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 й. Потакаюсь. Ну, Серега, ну блин, да вы задрали. Ну подождите, дайте пожить. Ты нас сейчас мучил, теперь мы тебя... Нет, я не разрешаю себя мучить, я не дам себя мучить. Двери не открывайте. А зачем вы открываете двери, не надо, не открывайте. Слышь ты, стрелок ворошиловский. Красиво именно в голову всей дробью, которая была в дробовике, и все попало. Залетела как себе домой. Давай в столовую сидите. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, дробаш больно бьет. Ай! Ай-яй-яй! Да блин, я думал, я вселился, а потом понял, что кишки из жопы мне выпустили. Нет, ты что? Да блин, да я увидел труп около тебя. Слышь, вы тут шкафчики пороняли, осторожно, новая школа. Так, Димка, я выхожу за тобой. Убили? Да ну блин! А, если я кого-то убью... Блин, ребята, не получается, как я хочу. Ну сейчас получится! И не такие хлупашили. Эй, говноеды, вы что меня мочите? Там ты, говноеед. Я знаю, чужой, когда в животе, он говно ест. Да, вот питательные вещества собирает. Фекалии. Во мне тоже есть запитательные вещества. Это один раз мой друг поправился, да? Он идет в столовую к вам. Я иду. Ого, вот это был выстрел из судьбы. И меня убил, и себя убил. Должен был скоросился, спроси, Димас. Эй! Так, он точно не вам? Потом убивай, походу. Меня убивайте, я селились, убивайте. Фонтан, да здоровистый, фонтан! Базукой под тебя, или гранат. Слышь ты, Сережка, привет! Отчет 10 секунд, не? А, было просто... А, да? Давай, умирай тебе, давай. Так, Серега, давай, если тебя в течение минуты не убивают, ты взрываешь ядерный взрыв. О, короче, я сейчас, короче, в школе буду прятать ядерную бомбу. Вы должны ее найти. Понял. Найдете? А маленькую бомбу давай найдем. Найдя. А бомба будет большая, вы ее увидите. А, большая, да иди. А, через скайбокс будет видно. Карта скрытая тут. А, это нема доступа. Сейчас, ребята, мы найдем доступ. Чтобы они могли туда попасть. О! Слышь, ты, вали отсюда, ты мне мешаешь. Так, ребята, ставим бомбу. Здоровенную. Хорошо, хорошо. Я с вами не дружу. Ну, Серега, ну скажи им. Что нельзя меня убивать. Еще сильнее. Ну чё, я, короче, бомбу ныкаю. Вы ее найдете. Так, 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 так. О, поставлю прям вообще гигантскую. Ну чё, я бомбу поставил. Давайте, ищите ее. Одна минута. Ты дурак, зачем ты взорвал? Я нашел. Так это ж... Ого, ребята, тут разнесло всю карту. Вот это да. Минуту, я нашел. Молодец, Серега, моя школа. Ребята, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ТикТок,
на Инстаграм. И не забываем смотреть мои ролики еще. Всем пока.